Всем привет на канале Олдачман. Сегодня мы с вами продолжаем тематику миграционной политики, мигрантов, нелегальных беженцев, всяческими путями проникающих в Германию и ищущих здесь лазейки для того, чтобы остаться здесь как можно на дольшее время. И вот вам еще один пример. В городке Апольда, в округе Ваймара, в Тюрингии, все население городка находится в состоянии панического страха. Причина этому страху Марокканец 42-летний, который наводит страх и ужас на все население городка, что именно произошло, этот человек не получил ни статус беженца, ни статус терпимого в Германии. Он обязан покинуть страну, но тем не менее, какими-то путями он ухитряется здесь оставаться. И когда люди написали открытое письмо премьер-министру Боду Рамелову, представителю партии Левых и это письмо присовокупили к данным из полицейской базы данных о его преступлениях и подписала это письмо бургомистр Апольде, письмо было отправлено по инстанциям выше. Этот человек, недолго думая, решил тоже о себе заявить и в противовес вот этому письму, в котором жители требуют его убрать из этого городка, решил дать интервью газете «Бильд». «Бильд» – это бульварная желтая пресса, скажем так, сплетни. И на вопросы корреспондента он начал отвечать, что вот, мол, типа, его все принижают, его все обижают. Он говорит, что стал жертвой немецких законов и бюрократической спирали и доказать свою правоту он уже, к сожалению, не может, потому что все вокруг ополчились против него. Он бедный простой марокканец, который, как он говорит, по подложным документам, взяв себе чужое имя, приехал в декабре 2014 года в ЕС, за... зацепился в Италии. Потом в 2015 году, опять-таки по подложным документам, он приехал в Германию. В Германии он значит, сначала жил в одном городке, там наводил шок и ужас на окружающих и от него решили избавиться. И вот он переехал в Тюрингию, в город Апольда, сразу же став, скажем так, постоянным клиентом в полиции. Он устраивал драки, он оскорблял людей на улицах, он их унижал, грозил расправой, физической расправой, угрожал ножом, продавал наркотики. Все это собрано в базе данных полиции и приправлено к этому письму, открытому письму, которое люди и бургомистр этого Апольды отправили премьер-министру Тюрингии. Этот человек, вот этот вот мараканец, сказал в интервью газете Bild следующее, мол, меня посадили первый раз в 2019 году на 3 года и 7 месяцев, вообще непонятно за что, я не совершал никакого преступления, на меня писали заявления даже те люди, которых я никогда в жизни не видел и не знал, и меня оболгали, и меня незаконно посадили в тюрьму. Как-то я одному человеку, когда-то вы сидели, разговаривали на работе, и он сказал, что ему один там рассказывал бывший заключенный о своей жизни и так далее. И, естественно, поведал ему свою судьбу, и вот этот человек поверил ему и говорит, он получился так глупо, он сидел там буквально ни за что, его посадили по подложным обвинениям. Я ему сразу говорю, ты что, вообще не знал, что в, тюрьм, в тюрьмах сидят все безвинные, это все виноваты и только по улицам ходят. Ну, он сразу понял, что тот его обманул. То же самое этот мараканец, 42-летний. И вот он сказал, что в 2019 году его нас на данный момент уже бывшая подруга забеременела и он решил что у его будущего ребенка должен быть настоящий папа и подал документы на замену фамилии чтобы изменить свои паспортные данные правда это или неправда будет ли он называться тем кто он есть на самом деле но сейчас его зовут тарик тарик из марокко в полиции он известен как человек с тремя личностями, то есть у него несколько документов, несколько паспортов. И какой из них правильный, а какой фальшивый, полиция сама теряется в догадках. Так вот, в начале июля этого года, после своей очередной отсидки, этот Тарик вышел из тюрьмы и буквально сутки спустя, Люди вызвали опять полицию, потому что он устроил дебош, он устроил драку, он начал угрожать физической расправой, схватился за нож и начал пугать людей и в первую очередь свою бывшую с ребенком и ее мать. Естественно, полиция приехала, его опять арестовали и сейчас он сидит в тюрьме, в камере предварительного заключения но тем не менее до того как его арестовали, он все-таки успел квакнуть, бякнуть о том, что он опять э, оболган, э, его оклеветали, он честный порядочный гражданин, который хочет жить, а немцы ему не дают жизни. Что же говорят э, его скажем так несостоявшиеся родственники? Э, мать вот этой вот девушки, женщины, и сестра вот этой женщины говорят, чуть ли не в один голос, что он угрожал им физической расправой, грозился выкрасть у них эту дочку и увести ее с собой в Марокко, потому что они недостойны воспитывать его дочь. Дошло до того, что ребенка даже перестали водить в детский садик, потому что заметили, когда он между своими отсидками, приходил к садику, стоял у забора и наблюдал за детьми. Вызывали, естественно, полицию. Полиция его увозила, но он опять выходил и продолжал в том же духе. Значит, что интересно вот с этим вот человеком по имени Тарик? Он, то, что в базе данных в полиции на него заведено, Заведена серьезная папка, в которой собраны все его уголовные дела, все его угрозы, он по-прежнему утверждает. Даже находясь в камере предварительного заключения, утверждает, что он невиновен. Что во всем виновно немецкое общество, которое относится к нему слишком предвзято и э, клевещет на него. А вот вам интереснейший факт он обязан быть депортирован. Ни одна земля в Германии не хочет его принимать. Ни один город, ни одна община не хочет принимать этого человека, скажем так, на своей территории. Но и страна Марокко, его родина, тоже не хочет выдавать ему паспорт. По заявлению марокканских дипломатов, получается следующее, что человек, дискредитировавший страну Марокко перед лицом других людей, не имеет права возвращаться на родину. Тем более, что сами марокканцы, вот эти вот дипломаты сказали, что мы не уверены в том, что этот человек действительно тот, за кого он сейчас, положа руку на сердце себе, выдает себя. Вот так вот. Сколько он еще просидит в камере предварительного заключения, пока неизвестно. Но все-таки письмо, направленное на имя премьер-министра Тюрингии Боду Рамелова, представителя партии левых, все-таки должно возыметь должный эффект. И если этого человека действительно решат депортировать, ну куда его отправят? Или в Афганистан, или в Сирию, раз Марокко его принимать не хочет, его же не отправят по подложным документам. Наша опытная министр иностранных дел Анна-Лена Бербок, в ведении которой министерство иностранных дел занималось выдачей въездных виз в Германию по подложным документам пакистанцам, сирийцам и афганцам, вряд ли уже согласится давать визу, пускай даже выездную, ну, грубо говоря, человеку с левыми документами. Она сейчас до сих пор не может отпукаться от того скандала, в который втяну... оказалось втянуто все ее министерство, и она сама. И брать на себя ответственность еще за какого-то рецидивиста, которому вообще э, невозможно объяснить, что нужно вести себя подобающим образом на улице и в отношениях, в общении с людьми, это что-то с чем-то. Поэтому люди и написали прошение, открытое письмо к премьер-министру с просьбой изолировать его от общества на основании того, что раз он не имеет статуса беженца и статуса терпимого, а подлежит депортации, будьте добры, господа политики, депортировать этого бандита-рецидивиста, представляющего угрозу населению этого города. Вот что там было написано в этом письме. Но опять-таки, какая страна захочет на своей территории иметь такого уголовника? Даже на родине сказали, не-не-не, нам такое г не надо. Забирайте его себе или отправляйте куда в другое место. У нас своих г хватает. Вот такие вот дела. Посмотрели на его лицо? Прикольный чувак, да? 42 года мужчина в полном расцвете сил с бородой, бегающий по улицам с ножом, оскорбляющий, унижающий людей, кричащий, что он всех перережет, если с ними и начнут считаться. Ну, полный неадекват, честно, полный неадекват. И вот это вот один из сотен тысяч случаев тех беженцев, мигрантов, нелегалов всяческими путями, попадающих сюда в Германию. Ищущих себе, скажем так, прибежище, получающих пособие, получающих все социальные льготы, дотации, получающих квартиру, то есть крышу над головой, но тут же вспоминающих о том, что: елки-палки, я же привык жить по законам шариата. Надо тут всех неверных почикать, и выбегает с ножом на улицу и начинает кричать: Или вы здесь создадите государство халифат? с законами шариата, или я сейчас вас тут всех на кишки пущу. Ну, вопрос именно к такому вот неадеквату и к тем, кто кричит за создание халифата. Ребятушки, вы уехали из халифата, вы уехали из тех стран, где законы шариата. Вы приехали сюда, вам дали пособие, вы отдохнули чуть-чуть и вспомнили, ах, как там было хорошо, надо здесь создать халифат. Зачем здесь создавать халифат? Едьте туда. Мягко так, я никого не заставляю, я просто намекаю. Хочется халифат? Пожалуйста, вон. В вашей же стране был халифат, ностальгируете? Пожалуйста, милости просим, скажут ваши власти. Приезжай, поработаешь, не будешь работать, пособия не получишь. Потому они сюда все эти и приехали граждане, что они не хотят работать, горлопанят только, всякую ерунду выкрикивают и получают за это еще пособие. А мы с вами работаем, платим налоги. И из этих налогов вот эти вот нелегалы, мигранты, вот эти бандиты, убийцы, криминальные элементы получают пособие и живут, как у Христа за пазухой. Вот такое вот у нас сегодня было с вами видео. Не забудьте подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий. Не забывайте о том, что у нас на канале господствует уважительное отношение друг к друг другу, старайтесь высказывать свои мысли в корректной форме, любая нецензурная брань или унижение в адрес кого-либо преследуется по закону, преследуется по правилам нашего канала. Комментарии уходят в спам, а оттуда может быть уйти и сам автор в бан вечный со своим комментарием. Вот такие вот дела. Ну что, всем удачи, не забудьте о подписке и не болейте. Всем пока.